Вас приветствует DSSL News. Мы находимся на стенде компании Tyco. И Юрон ответит на несколько вопросов. Чем занимается ваша компания и какие новинки можно увидеть на вашем стенде? Вот наша компания занимается производством материалов для пожаротушения. Это оборудование для систем водяной, пенной и газовой отушения. В моменте у нас новый, например, система HPVH Blazemaster. Это система пластмассовых трубы для спринклерных систем. Этот новый. Спасибо большое. С вами были DSSL News.